Теперь юным райдерам Малой Дубны есть где погонять. На улице Лесная появилась новая пешеходная дорожка. Тут был песок раньше, а сейчас прям хорошо дорогу построили. Я только первый раз такую вижу. Один раз прокатался, вот только что. Это самый протяженный, более 200 метров участок в Малой Дубне, обустроенный по программе губернатора «Народная тропа». Здесь много проживают молодых семей. Если раньше им приходилось идти в школу, в детский сад, там, в амбулаторию, они выходили на проезжую часть, по дороге шли, что небезопасно для жизни и здоровья, то по многочисленным просьбам жителям вошли в программу «Народные тропы» и обустроили данный тротуар. В этом году в Малой Дубне асфальтовое покрытие с бордюрным камнем появилось на месте 6 привычных жителям протоптанных дорожек. Подрядчику осталось только убрать строительный мусор. В рамках рабочего визита глава округа ознакомился и с проведением работ по президентской программе социальной газификации, за время действия которой в округе уже построено более 10 километров трубопроводов, более 300 вводов к жилым домам. В Малой Дубне непосредственно сейчас, где мы были и то, что мы наблюдали, это, соответственно, прокладка трассы по негазифицированной улице, теперь она уже газифицирована. Дальше люди, соответственно, сделают внутри уже разводку, установят котел, ну или там, что они непосредственно выберут, и уже зимой будут отапливаться и готовить пищу уже от непосредственно газа. На выездном приеме администрации Руслан Заголовацкий поздравил председателя самого большого садоводческого товарищества с Днем дачника. Наталья Алексеева была приятно удивлена, но и о главной своей цели не забыла. Вопросов очень много. Оставила большой список на рассмотрение. Надеемся, что будет они как бы нас примут во внимание и помогут нам в решении наших проблем. Вообще очень замечательно это, когда есть общение прямое и контактное. В рамках приема жители смогли напрямую адресовать свои насущные вопросы не только главе муниципалитета, но и профильным заместителям и начальникам управлений.